Горячий чай и вкусная еда – то, что нужно в промозглый январский день. В парке имени Льва Толстого провели масштабный гастрономический фестиваль «В Химках вкусно». Праздник организовали при поддержке нескольких национальных общин. На сцене гостей развлекали вокальные и танцевальные коллективы разных народов, а в палатках рядом угощали традиционными блюдами. Химчане смогли отведать азербайджанский плов, армянский шашлык, таджикский курутоп, мордовские медвежьи лапки. Также впервые был предложен новый формат, в котором мог принять участие любой желающий. Каждый мог принести свое соленье и поучаствовать в конкурсе на лучший соленый огурец. Каждый мог принять участие в засолке капусты. Мы сегодня всеми химками солили капусту, которую в масленицу будем есть. Сопровождало мероприятие приятная музыка, а аниматоры и веселые конкурсы обеспечили хорошее настроение. Всего кулинарный праздник посетили 5000 человек.